красиво. Надо было снимать, когда она летела. А, вот. Фига, это у вас так лежит. Да, это не звезда, это... Это, я так думаю, падает. Ракета какая-то, от ракеты падает. А где? Ну вот, осталось тут совсем немного, последний рывок, силы уже на исходе. Вон, покажи, какие тут эти растения растут. Мечта. О, мечта, мечта наркомана, да? Конопля. Охренеть, какая высокая, вон. Лучше меня. Но... 10 раз. Так вот, представляешь, целый огород таких будет. Нам этот наркоконтроль приедет. Спят, выйдут. О, вот это, да? Так. Но хорошая вещь. Дружба. Это вдвоем надо только пилить. Вот такого. Вот, это вещь. Это пригодится в хозяйстве. Вот, смотри, вот лестница. Сейчас землей закину, закидана. Сгнило. Наверное. Так, видно, мешался. Это полигон какой-то был. Так, а можно из него что-то соорудить, мне кажется, все равно, да? Конечно. Только если мы разберемся с этим всем делом. Ну вот, пока что и вот эту территорию, да, вычистим. А так-то тут вообще еще, блин. Тракторист не захотел скашивать это все. Сказал, что у вас тут бурьян такой, что... Все у него забьется. Во. Офигеть, да? Угу. С ума сойти. Это необъятные просторы. Да. Ну только пипец, это мы замучаемся долго. Еще три колеса таких. И можно поставить на приору. Будем по лесам ездить, по болотам по всяким. Да? Мама пошла в бой.
Поехали искать помойку. Так-то чувствуется трава вроде, травой, а? Земля просто. Смотри, земли вырезали сейчас, да? Килограмм 50, наверное. Вот что-то первый поворот. А, надо еще проехать садик, понятно. Здесь будем выбрасывать, не поедем дальше. А что, ну вот все, помойка. Ну вот кто тут выбросил бесплатный строительный материал. Что там? А? Там такая же помойка. И что, такие же эти бревна валяются? Да, там пластик тоже есть. Хорошие? Готовые, да. Вот, будем здесь отовариваться. Нам как раз огород там огораживать, да и там... Видела, какие покосившиеся забор надо передел. Вот забор из них можно же сделать. Плашку на плашку и все. Ну. Сейчас доски-то дорогие вообще. Там гнилые. Вот набрали. Нормально. Бревнышек таких для заборчика пойдет. Все, давай. Ладно, накрывать будем. Да тихо, подожди ты. Какие-то голуби, ты что? Голуби. Ты что, такие голуби, хочешь сказать, по утке? Ты что, это голуби лесные? Какие это голуби, ты что, я думаю, что голубей из них не знаю. Что думаешь? Так, немножко. Вот огурцы зашли. А, вот редисочка пошла. О, ты ее, это нормально? Не часто так посажена? Не, нормально. Вот эти вот огурцы, да? Я тебе потом и заберу. Обычный изобильный F1 какой-то. Кустовые вот. Это другой. Это огурец кустовой вот. Вот они.
А тот изобильный. А это изобильный. Ну этих, смотри, тут кустовых тоже много было. Это... Ну. Ну надо открывать немного. Ну а здесь свет сейчас добавилось, сейчас хорошо будет. Давно надо было срубить, что мы парились, да? Это мамочка все скопала и посадила. Молодец.